роскошно смотрится дама в платье и в кардигане. Насколько эффектно. Она, знаешь, вот буквально легка. Вот облегченный образ. Вот за счет чего это? Ты знаешь, Оленька, многие женщины воспринимают кардиганы сегодня как ту деталь, которая их согревает. Но я хочу вам сказать, кардиганы сегодня дополняют ваш образ и являются очень важным штрихом в вашем стиле. Кардиган, который мы можем носить с платьями. Кардиган, который дополнит ваш праздничный ансамбль. И кардиган, который идеально впишется даже в ваш в офисный стиль. Итак, внимание, кардиган Деспина. Давайте посмотрим сейчас на необычные расцветки, которые крайне редко встречаются сегодня в магазинах. Итак, оттенок брусники. Сейчас мы видим с вами на экране. Брусничный оттенок будет вас освежать. Мы ждем на самом деле нашу модель, которая продемонстрирует черный цвет. А сейчас давайте другие расцветки. Эти два цвета. Давайте посмотрим дальше. Это темная сирень. Ой, красивый. Рядом с ней светлая сирень. Учитывая то, что я очень люблю нотки сирени, друзья мои, хочу вам честно признаться, с такими красками я часто не встречаюсь. Поэтому я всегда определяю краски, которые будут радовать ваш глаз. И мне очень нравится, Оленька, что здесь такая спокойная палитра, да. Вроде бы сиреневая нота, но очень благородна. Вот ты знаешь, я обожаю, что расцветки и краски именно нежные, именно женственные. Роскошно смотрится. Но хочу заметить, Оля, что это вязаное ажурное полотно. Каждая петелька, соединяясь друг с другом, образует ажурный рисунок. Это сложная схема, мои дорогие. И хочу заметить, что машинная вязка всегда видна. Ровное, нежное полотно, но ткань жатка здесь имеет фактуру. И это придает нашему кардигану необычность и оригинальность. А вот и черный цвет, который наконец-то появился на нашем подиуме. Черное или белое? Черное или белое? Светло-сиреневый или темный? Или брусничка? А самое главное, размерный ряд от 46 до 72. 72. Здорово!